Хочешь занять свое место среди молодых звезд киберспорта? Показать миру свой скилл и талант? Мы дарим уникальный шанс засиять на небосклоне CS2. Prospects – это медиапроект по Counter-Strike, где шанс попасть в Академию есть у каждого. Мы посмотрим всех. И сейчас мы расскажем больше о правилах проекта. 4 приглашенных тренера обрабатывают все заявки, проводят тестовые игры, отбирают 20 сильнейших молодых талантов. И далее, на общем собрании тренеров в формате драфта, мы распределим всех участников на 4 команды. За каждой командой будет закреплен тренер, который проведет следующую работу. Выстроит свой план работы с командой. Поделится личным опытом с игроками. Подготовит состав к тренировочным матчам против соперников со всей Европы. Проработает слабые стороны игроков. Организует мастер-классы с приглашенными звездами. Подготовит участников к внутренним турнирам. После каждого промежуточного турнира между командами проекта будут проведены новые драфты. Тренер-победитель каждого промежуточного турнира получит право первые выбирать 2 игроков к себе в команду. А делается это для того, чтобы дать каждому тренеру поработать с большим количеством участников, а игрокам – возможность получить опыт у нового тренера. Апогеем медиапроекта станет офлайн-ивент, перед стартом которого мы проведем открытую пресс-конференцию для всех желающих, а сам турнир пройдет в формате олимпийской системы. Глава победившей команды получит право собрать из всего состава участников новую зорку. Команда заручается поддержкой от организации Nemiga Gaming и партнеров. Если ты из Беларуси, тебе от 15 до 20 лет, и ты хочешь попасть в Академию, тогда переходи по ссылке в описании и заполняй анкету участника. Шанс проявить себя получит каждый. Стань тем, кем мечтаешь, и пусть твое имя взлетит к звездам вместе с Prospects.